нашим расчетам, цель ракеты — восточное побережье. Под угрозой Белый дом. Мы восстановим его. Это не в первый раз. Потери? От 30 до 50 тысяч. В зависимости от места взрыва. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Задействуйте любые ресурсы. Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики, с вами я, Антон, и я продолжаю проходить Call of Duty Modern Warfare 2. Сегодняшняя миссия называется «Второе солнце». Это продолжение миссии под названием «По собственному желанию». Продолжаем мы вести боевые действия возле монумента Вашингтону. Противников очень много, патронов очень мало, и наши силы тают. Тают на глазах. К сожалению, у меня последняя обойма. Патронов осталось совсем немного. Вот, спасибо. Спасибо, сержант. Как видите, наши противники еще и десант высаживают. Да уж. Черт, капрала ранили. А вот и тот момент, на котором закончилась миссия по собственному желанию. И сейчас нам покажут, почему же она закончилась так внезапно. Это МКС. Хьюстон просит картинку с твоей нашлемной камеры. Прием. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Астра-1. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что это такое. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Хьюстон, МКС. Подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Всегда мурашки бежали по коже в этом моменте. Просто так это масштабно сделано, так разрушительно и так эпично. Думаю, вы уже поняли, что это межконтинентальная баллистическая ракета, которая была выпущена с русской подлодки в Петропавловске группой капитана Прайса. Вау. Вот спасибо, Сэндлер. Спасибо, что ты меня освободил. Черт, прицел накрылся. Вот же блин, а. Почти все наши противники уничтожены. Авиация падает. Просто кругом разрушение. Реальный апокалипсис. Так, все быстро. Здание, блин. Так, вот тут я вижу гранаты, патроны. Дайте же мне ими воспользоваться. Да, реально, как будто апокалипсис наступил. Нас ждет наша война. Что случилось-то? Так тихо. Эй, что за черт? У меня прицел сдох. У меня тоже. Странно. Похоже, оптика накрылась. И связь тоже. Даже светофора не горят. Ты только посмотри. Я лучше поменяю. М4А1. Так будет стрелять гораздо удобнее. Есть.
Да, жесть. Просто реально жесть. Так, цель на 12. Я бы не рискнул в одиночку идти. Неизвестно куда. Но так или иначе, у нас новое задание. Выдвигаться к точке Whiskey Hotel. Так, вроде бы чисто. Вот, отлично. Пополним боезапас. Есть специальный контейнер для этого. Давайте на всякий случай приготовим подствольную гранату, а то мало ли. Черт, прошили насквозь пацана. Так, держим подачу. Держим. Черт. Прут, прут, черти. Но надо их штурмануть. Ёлки-палки. Вот это жесть. Так. Нет, смысл брать оружие без прицела. Абсолютно никакого нету. Я имею в виду коллиматорные, голографические. Оптика-то накрылась. Лежать всем, твари. Так, в атаку, в атаку. Блин, тут так темно. Хоть глаз выколи. Ничего не видно. Только по силуэтам можно ориентироваться. Так, у товарища был РПД. Так, все, выходим из здания. И вот еще один убитый наш сослуживец. Да. Три цели на 12. Все, готовы. Так, тут глоустики лежат. Очень полезная вещь. Ночью особенно. Еще один наш убитый коллега. Я уж не знаю, что хуже. Уворачиваться от падающих вертушек или мерзнуть тут на ветру. Да, тихо. Я что-то заметил. Не стрелять. Свои? Не знаю. Звезда. Прикрой меня. Звезда. Ну скажите. Ни хрена это не наши. Да, лучше бы они сказали «звезда», и это были бы наши. Но, к сожалению, это враги. Стоп. Готов. Так, вот и наша цель. Есть. Так, а вот и спуск в подземный комплекс. В убежище президента Соединенных Штатов.
задумал президентский бункер под западным крылом. Тут просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались. Всем спасибо за просмотр и пока!